Всем добрый день. Принесли телефон. Это Dexp G250. С проблемой после сброса на заводские настройки. Телефон требует ввести старую учетную запись Google. Покажем, как обойти на данном телефоне ФРП-блокировку. Версия Android 7.0. Для этого предварительно я подготовил флешку. Туда закинул две программы, которые будут... Под видео в описании будет ссылка на их скачивание. Подключился изначально к Wi-Fi сети к своей домашней. Дошел до этого окна. Что мы делаем? Берем нашу флеш-карту с данными. Сейчас я ее достану. Попробую достать. Так. Вот, флешка, здесь данные, программки наши две. Подключаем к телефону флешку на горячую, вставляем. Выходит вот такое окно. SD-карта готова, изменить память для записи по умолчанию. Нажимаем ОК. Здесь внизу сам SD-карта, нажимаем на нее. Видим два наших приложения. Это Apex Launcher и GSM One. Нажимаем на Apex Launcher. Предлагает зайти в настройки и поставить ползунок вправо, разрешать устанавливать известных источников. Окей. Возвращаемся назад. Еще раз устанавливаем. Установить. Ожидаем окончания установки. Нажимаем открыть. Попадаем на рабочий стол. Здесь заходим в настройки телефона. Опускаемся в самый низ. Выбираем пункт «Безопасность». Администраторы устройств. Найти устройство. Галочку убираем. Деактивировать администратора устройств. Возвращаемся назад. Еще раз назад. Здесь выбираем приложение. На верхней три точки нажимаем «Показать системное приложение». Выбираем верхний пункт, если русская раскладка. Но я делаю на русской, делаете вы тоже. Аккаунты Google. Хранилище смотрим, чтобы данных не было и кэш был очищен. Возвращаемся назад, нажимаем «Отключить». Отключить приложение. После чего возвращаемся на пункт «Назад». Ищем приложение. Называется у нас «Сервисы Google Play». Нажимаем на него. Также заходим в хранилище. Очищаем кэш, управление местом, удаление всех данных. Нажимаем «ОК». Возвращаемся, нажимаем «Отключить», «Отключить приложение», дальше «Назад», 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 попадаем снова на рабочий стол, выбираем «Диспетчер файлов», «Разрешить», SD-карта наша и второе приложение GSM One, устанавливаем его, далее «Установить». Установка продолжается где-то в районе 1 минуты, плюс-минус. Нажимаем «Готово». После чего возвращаемся опять назад, назад, в настройки. Пункт «Аккаунты», «Аккаунты», «Добавить аккаунт» и выбираем вот Google. «Добавить». Сейчас добавляем аккаунт, реально существующий, от которого мы знаем пароль.
аккаунт Google, любой, от которого вы знаете пароль. Я ввожу свой аккаунт, вы вводите свой. Я ввел аккаунт, нажимаем продолжить. Вводим пароль от данного аккаунта. Ввели пароль, нажимаем далее. Принять. Ждем проверки. Окончание проверки. Видим такое окно. В работе приложения произошел сбой. Это нормально. Возвращаемся назад до настроек. Здесь заходим снова в приложение. Пункт приложения. На стрелочку. Отключенные. Сервисы Google Play выбираем и нажимаем включить. Возвращаемся назад, назад, безопасность, администратор устройств и запускаем администратор устройств, вот это удаленное управление, активировать. Все, после этого перезагружаем телефон. После того, как он перезагрузится, будет добавлен наш Google аккаунт, который мы сейчас только что добавили на данное устройство. Тем самым он нам помог обойти ФРП-блокировку. Смотрим, что у нас получилось. Пропустить. Настроить как новое устройство. Ждем проверки сети к Wi-Fi. Как видите, мы автоматически по умолчанию подключены. Может занять несколько минут проверка сети. Нажимаем, вот видим аккаунт добавлен, нажимаем далее. Это тот аккаунт, который мы вводили сейчас с вами. Но долгий процесс проверки, если честно, занимает в общей сложности это в районе 5 минут где-то все дело заняло у меня.
Вот еще просит подождать. Все, здесь настройка блокировки не сейчас, все равно пропустить. Настроить позже. Окей, ну вот, собственно, и все, друзья. Мы попали на рабочий стол. В таком состоянии телефона можно пользоваться. Если телефон не ваш, а чей-то, можно сбросить еще полностью на заводские настройки. Телефон G250, версия Android 7.0. Всем спасибо за внимание, всем пока.